Всем привет, ребята! С вами ваш умный фломастер. Сегодня мы нарисуем и узнаем много интересных фактов о тиграх. А вы знали, что глаза тигров имеют круглые зрачки, в отличие от домашних кошек, зрачки которых похожи на щели? Все из-за того, что домашние кошки ведут ночной образ жизни, тогда как тигры – сумеречный. Они охотятся в основном в утренние и вечерние часы. Несмотря на то, что зрение тигров не очень хорошо адаптировано к видению в темноте, тигры видят примерно в 6 раз лучше, чем люди. У большинства тигров желтые глаза, но у белых тигров бывают и голубые глаза в связи с тем, что ген голубых глаз связан с геном белого меха. Ген, ответственный за косоглазие, также связан с геном белого меха, поэтому многие белые тигры страдают косоглазием. Мужские особи тигров захватывают большие по размеру территории, чем самки, поэтому зачастую их области пересекаются, и тигры таким образом спариваются. Территории взрослых самок вообще никогда не пересекаются. Такая же ситуация обстоит и с территориями взрослых самцов. Тигры обычно не рычат на других животных, однако они общаются с помощью рева между собой. Когда тигр собирается атаковать, он не рычит, а, как правило, шипит или фыркает. Когда несколько тигров ловят одну крупную добычу, мужские особи практически всегда подождут, пока самки и детеныши поедят первыми, в отличие от львов, которые делают наоборот. Тигры редко спорят или борются за добычу, они просто ждут своей очереди. А вот полосы каждого тигра также уникальны, как отпечатки пальцев человека. Маркировка на лбу тигра напоминает китайский иероглиф, означающий «король», что дает тигру культурный статус как царственному животному. Так же, как и на домашних кошках, маркировка находится на коже тигра, поэтому даже побритый тигр будет полосатым. Во время первой недели жизни тигры полностью слепы. Около половины из них не доживают до зрелого возраста. Наш тигр почти готов. Обязательно напишите в комментариях, знаете ли вы еще какие-нибудь интересные факты про тигров. С вами был ваш умный фломастер. Подписывайтесь на канал, чтобы быть первым, кто узнает много интересных фактов о том, что я рисую. До новых встреч, ребята!